Самая крупная в нашей области, одна из крупнейших в стране партий наркотического средства «Спайс» изъята сотрудниками ФСБ в Приволжском районе. Тайник был обнаружен вблизи трассы Иваново-Кострома. Принадлежал он члену организованной преступной группировки. В тайнике оперативники обнаружили более 6 килограммов «Спайса». Стоимость находки составила порядка 7,5 миллионов рублей. Эксперты уже дали свое заключение. Количество наркотического средства в найденном зелье значительно превышено. Это значит, что производитель не соблюдал никаких дозировок, и для потребителя такая халатность грозила отравлением или даже смертью. Напомним, что случаи отравления курительными смесями уже прогремели по всей стране. В нашей области в эту печальную статистику попала Кинешма. Жертвами стали подростки 98-99 годов рождения, решившие попробовать наркотическое средство. Симптомами острого отравления курительной смесью пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение Кинешемской ЦРБ. При этом одна девочка впала в кому. Жертвами, как правило, становятся именно подростки. Карманных денег у них немного, а спайс, пожалуй, самый доступный наркотик на сегодня. Следственным отделом регионального УФСБ возбуждено уголовное дело. Хозяину тайника грозит крупный штраф и до 15 лет лишения свободы.